это наш святой долг, мы обязательно должны идти. Я всех призываю, чтобы пошли на выборы и сделали свой выбор, потому что мы выбираем президента России. Это вообще такое серьезное дело. Какой президент, даже развитие нашей республики, нашей России будет такова же. Поэтому надо обязательно идти на выборы и сделать правильный выбор из всех президентов.